вот такие автобусы за 5 евро курсируют двухэтажные. Билет в автобус. Вот такой вот. Вы его покупаете один раз, и на сутки вы можете кататься. Стоит он 5 евро. Вы просто его не теряете и предъявляете при входе. И все, и вы можете взад, вперед, туда-обратно кататься. Как перемещаться по Кубе? Интересно? Я вам сейчас расскажу. У вас есть несколько вариантов. Первый, самый простой. Ногами, ножками. Но жарко, тяжело. Поэтому это вариант для любителей спорта. Второй, это взять на прокат автомобиль. Но там есть особенности. Я в следующем видео обязательно расскажу. Третий, автобус. Если у Вородера, то он ходит, останавливается на остановках, стоит 5 кук. Вы платите, и на целый день у вас есть билет. Вы можете кататься сколько хотите. Четвертый, такси. Как правило, все зависит от расстояния, но в среднем где-то 10 кук, вот от нашего отеля до Вородера 10 кук. Если вы находитесь дальше, то 20, 15 и так далее. Я не видел здесь проката велосипедов. Не знаю, я думаю, они где-то есть, но мне не попадались. Как снять машину на прокат на Кубе? Кубакар. Вот вам ответ. Других, кто здесь дает автомобили, официально нету. Поэтому сейчас пойдемте узнаем, какие условия, как здесь снимать машину на прокат. Разузнал у местного распорядителя этого магазина автомобилей на прокат, что здесь почем. Значит, смотрите, если вы хотите снять автомобиль, какие документы? What document? Паспорт, driver's license. Для того, чтобы за машину взять на прокат, вам, конечно, нужен паспорт и права. Также депозит, он идет здесь от 150 кук за эконом-варианты машин. Если машины более высокого уровня, то 200 и 300 бат. Извините, кук получается. И я вам сейчас покажу, какие автомобили здесь есть. То есть эконом-класс. Вот этот автомобиль стоит 85 в сутки. Сдают они не минимум на 3 дня, то есть нельзя снять просто на сутки. Вы должны взять его на 3 дня. Расход, ну, я думаю, здесь литров до 10 получается. Стоимость топлива здесь от 1 кука до кука 25, в зависимости от топлива получается. Вот этот вариант, я не знаю, что это, MG, он стоит 75 кук в сутки. Более высокого класса, вот там вот какой-то автомобиль стоит, вот он уже 95 стоит, я так понимаю, это этот седан белый. Также входит полная страховка, как мне сказали, ну, по крайней мере, как я понял, спросил, иншуринс полная, он говорит, full, полная страховка входит. И здесь же рядом есть другой офис, они сдают мотобайки, ну, мотоциклы маленькие, байки. Они стоят примерно 35 кук в сутки. Сейчас покажу. Вот эти вот мотоциклы стоят 35 байки. Если кому-то понадобятся контакты, вот он номер, только не забывайте добавить код Кубы, 24 часа они работают. Еще один важный момент, можно ли автомобиль брать здесь и оставлять в другом месте. Да, так можно делать, но есть нюанс, чем больше расстояние от того места, где вы взяли, тем больше вы будете доплачивать еще. Например, если я беру в Вородеро автомобиль и оставляю в Гаване в аэропорту, я буду доплачивать 25. Если же я возьму здесь и уеду там за 700 километров или 800, то я уже буду платить 95 кук дополнительно, чтобы его вернули сюда. Данный прокат находится напротив отеля Клуб Тропикал. Вот они автомобили, которые на прокат они сдают. Дорогие друзья, спасибо за просмотр. Я очень рад, что вы на моем канале. Подписывайтесь на него. Я буду вам за это очень признателен. Пишите ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы. С вами ваш Лосинок Евгений.